Недалеко тут, даже до города не доехать. Это переделись, вставай. Главное, нет цены. Я, Андрюх, короче, пошел спать, много меня вырубает, еще пиздец. Не киваюсь, не вообще сижу уже все, я прям вырубаюсь. А что ты хотел? Вы все равно еще ехать будете минимум час, я не знаю. Минимум. Иди, иди. Я сейчас доеду и спать. Ну, завтра поиграем чем-нибудь. Завтра я с утра до обеда занят, потом в банк еще поеду просто. Ну, вечером. Вечером, да. Если спать не буду. Я сейчас все, я же в отпуске сейчас. А ну чем, блин? Так что, если завтра не получится, то целый месяц. Целый месяц. Тебе хорошо, а я-то работаю. Нет отпуска. Так, ладно. Так, пошел я, короче. Всем пока. Давай, счастливо. Пока, спокойной ночи. Давайте, так. Жалко, я думал, одним файлом будет. Да не, раз тут такой здоровый конвой, я это, сразу было понятно, что долго будем ехать. Вот если бы не вылетел, был, можно было бы записать одним файлом. Сейчас придется два файла писать. Ну ты тот-то сохранился, правильно? Да. Сколько они у тебя весят? Потом. Ну как, час где-то 6-7 гигабайт. У меня битрейт маленький, 12500 ставлю. Потому что я не знаю, где временный файл располагается. Вот когда он пишет, он же должен где-то располагать временный файл. И явно где-то на диске C. Не, в этот раз нахуй я это не буду так рисковать. Блять, весь грузовик не спасет. Этот петул такой, вообще мне его испортил в говно нахуй. Благо, что сзади эти одиночки ехали. Я сзади что-то подстал тогда. По списку ехали одиночки, то есть после компании едут эти одиночки, кто не состоит нигде. Вот я как раз между ними там втиснулся. Ясно. Алло, привет, ребят. Здорово. Привет. Здорово. Что, вы играете? Да мы тут в конвое мучимся.
Но я только с работы пришел. О, поздравляю. У нас большой конвой тут. Смогу все присоединиться почти. Еще? А мы уже поехали в конечную точку. А, вы уже заканчиваете? Ну, тут чисто такие ездят компании. Жалко, тебя не было. Вот. Да кто виноват, что так работает? Все вот компании, которые с ETS2MP.ru. ОРВТК, обычный ВТК. Машин 80 или 90 едет. Один большой конвой. Да, да, да. Там, видимо, жутко лагает. Ну, у меня. Ну, вот у нас вот Илья вылетел. Первый раз, сейчас без груза едет. Понятно. Ясно. Это сколько вам еще? Вы уже подъезжаете к конечной точке. Нам в этот, во Вроцлав, ну сколько ехать? Минут 40 еще может ехать. Ну, может, я сейчас успею, к вам сейчас подъеду. Где-нибудь по пути вас возьму, шупану. Из Магдебурга двинулись. Ой, бля. Еще завтра на работу, блин, а потом выходные, слава богу. Я в отпуск ушел. Не, я в отпуск с 5 числа. Ну, у меня завтра до обеда тоже не будет, наверное. Вечером-то поди, все равно будет. Не, ну вечером я в это же время только буду, как сейчас пришел. И раньше. Ну на это и будем примерно ориентироваться. Ну, запись посмотришь потом, я выложу. Есть там очень эпичные кадры. Да-да. О, сервер переполнен. Я еле зашел. Да, видимо, я сейчас хрен зайду. Кстати, вот хорошо, что мы в субботу тот конвой соорудили, а не в воскресенье. Потому что в воскресенье сервак целый вечер сыпался. Который свой-то делали, когда? Ну да, да, да. Когда вот маленький когда был. Угу. Да сейчас в последнее время Steam что-то сыпется, причем конкретно. Тут, видимо. У меня Steam только на XP лагает на работе. А тут все нормально. Не, я имею в виду. Едешь, и бас он сам вырубился. Потом опять взял, сам включился. Ой. Искусственный интеллект. Я даже такое не обращаю внимания. Может, что, хрен догонишь, что ли тут? Да, сервер полон. Класс. Пятница. Кричала моя задница и несла меня в неизвестном направлении. Оффлайн. Так. Какой у нас там по плану после Магдебурга, да, город? О, все, подключился. Где-то мы по проселке едем. А, куда, вы наверх карты поднимаетесь? Вот вниз? Я не могу посмотреть-то. Ай, блин, залагал. Мы сейчас едем. Тут надо было тебе залагать. Ну, давай. О, спасибо. Но я вижу Магдебург, тут две дороги есть. Получается, одна вниз от города идет. Как раз вот ты, если получается, от вашей стоянки выезжаешь, да? Якрес. Потом вы на проселочную выезжаете, вы куда? Налево или направо повернули? У нас, вот у меня табличка показывает на Киль. Сейчас мы едем. Налево сейчас. На Киль, вон, вижу Киль. Есть, давайте я в Киль сейчас переведусь. Ну вот мы поехали на Киля, куда там был, я еще не знаю. Через что они там поедут. Я вас догоню, найду где-нибудь. Попытайся.
Сейчас будет поворот направо будет. Понял, а то я тебя уже совсем почти не вижу. Я сам стараюсь тут от этих не отставать. Что-то потеряю. Они стартанули как-то резко. Ладно, скилля возьмем куда-нибудь. Груз красивенький есть какой-нибудь? Черта либо. Да бери любой. Не, ну я ж красивенький хочу взять. Ой, красивенький это который с обтекателями на колесах. Он как раз под наш окрас подводит. Красно. Мы сегодня, видишь, мы же сегодня в стандарте едем. В старом окрасе. Красный. А, в плановом имеете? Или так? В плановом, но красный. Сейчас же у нас цветовое различие идет. Директор красный, сдам зеленый. Ну я ваши краски не знаю, поэтому не знаю, перекрашиваться сейчас пока не буду. Потом увижу, перекрашусь. У меня черное с желтым. На Бамблби похож. Вот и штраф на красный. Что меня носит? Не по-детски как-то. Мне вот интересно, из-за этой музыки звук будет или нет? Почему не будет? Должен быть. YouTube у нас ебанутый стал. Он всегда был таким. Музыку он жестко говорит нет. Так, я вот он в Киле. Вы уже по трассе едете? Мы сейчас поедем мимо Ростока. Ох, мимо Ростока. Мы от Киля ушли направо на Росток. А какая у вас конечная точка, я не помню. Вроцлав. Вроцлав? Да. Короче, от... Тут же сейчас можно самому маршрут-то делать, потому что они к этому маршрутам запобахали. Ну я вижу, он Вроцлав, Росток. Вот мимо Ростока мы сейчас едем. И наверное потом вниз направо, да? На Берлин пойдете, скорее всего. Какой пень-эвакуатор. О, Андрей в сети. Новшество. Steam меня с каждым днем все удивляет. Ладно, в Берлин пока переведемся. Может там вас где-то поймаю. Ваня, спроси, что... Сейчас я подойду. Вань, тебя мама придет. Дорогая, я дома. А чё Юкон-то, чё моросит-то? О, так красиво. Ладно, поедем за Евротрансом, да. А что, они не туда поехали? Да, перед нами Юкон, Юнион едет, что-то один где-то отстал, второй куда-то рванул вперед планеты всей куда-то улетел. Ой, я хорошо, он пролетел-то. Видел? Я его лаганул, она. Тихо, в тебе только не въехать. Ой, ёбан. Леш, да скажи, как я лаганул, когда ты этот, за мной ехал и снимал. Это было эпично. Вас надо снимать вот в таком режиме. Сейчас постараюсь вас догнать. Так, груз уже взял, едем. Этот Гомель чё, Алмата снимает что ли? Нет, чё, видите? А потом будет совместное фото, да? Групповое. Вот не знаю, будет или не будет.
Потому что здесь по дороге, как доехали, в некоторых местах стояли грузовики специально. Возможно, что был стрим. Может, и запись была. Вот это интересно. Так, вы уже проехали этот Росток или что там? Да, да, да. Так, это вы по 19-й трассе сейчас едете? Да, вот сейчас выехали в 19-й. Все, я тогда к вам навстречу попер. Я на 24-ю сейчас уезжать буду. А там с 24-й уже и на 19-е. Далеко. Что ты делаешь? Алин, я тебя дал. Видит, я выезжаю и специально заезжаю. Они такие. Сволочь бескультурная. Ребята, крикните, когда вы будете на 24-ю трассу уже подъезжать. Мы на какую-то проселочную вообще едем. Видишь, мы бы знали заранее маршрутов. Стэтсон. Дорога на Стэтсон. На Стэтсон? Да. Стоять. Бояться. Все-таки забыл отключить стабилизацию трейлера. С Z-тим какой-то, да? S. Ну, 6. От Ростока здесь одна, она идет вправо, проселка. Стейтин есть, нашел. Из самого Ростока прямо выходит. Ну, я понял, я видел ее. Есть стабилизация трейлера. Мотает. Мотает. Даже на маленьком повороте. Понятно. Я что-то вчера баловался с этим делом, но что-то меня так и не замотало. А ты 110 в поворот входи. Не такой не плавненький, а. А, вот как надо, да? Понял. Более прикольный. Чувствую, когда вы будете, если я вас увижу, прогружаться все 80 человек. Ой, я тогда залагаю красиво. Да. Дим Юнион вернулся. Второй неизвестно где, которого кинуло жестко. Ну, пацан перегрелся. Так его, он куда-то вперед уехал, потом бах, что он взлетел куда-то, на встречку улетел, непонятно. Встретил, прямо. Лаганул жестко, но. Меня один раз тоже лагануло сильно конкретно. Блять, не нравится, когда мне на горке, сука, скапливаемся. С этим, вот он, вижу. Это вы сейчас, получается. Интересно, вы через город проезжать будете или нет? Не, мне тоже, знаешь, интересно. Мне как-то не холодно, не жарко, да? Через город, через какой? Через Росток? Через Зетин. Вот не знаю, но мы по этой проселке едем. Может, я вижу проселку. Может быть, и через него заправку проехали. А, вы только заправку проехали. Я просто понял, стою там. Тут не понять, они то разгоняются, 110 прут, то, блядь, 30-40 тащимся. Я, вот она ваша проселка, я прям под ней стою, вот, над Берлином. У меня как раз трасса есть, вот напрямую на этот с этим. Но я не знаю, перехвачу ли я вас там или нет. Я тоже не в курсе. А вы в начале где-то едете или в конце? Да вот заправку проехали и едем. Нет, я имею в виду в конвое. А в конвое я хрен. Восьмой по счету. А, то есть за вами втиснуться невозможно будет. Главное, чтобы ты сильно не лагал, потому что за нами тоже как бы народу много едет. Не, сейчас пинг у меня найс, хороший. Это найс, пока ты один там стоишь на.
Не, ну в Берлине нормально, 50 стабильно было. У меня вчера вечером было 200. С какой стати, я не знаю. Провайдер решил над тобой поиздеваться. Кстати, ничего не дергается, все нормально едет, даже вблизи. А пинг 200. Наверное, кто-то болел сильно. Так, вы скоро уже будете возле развилки? Заправиться надо вот как бы. Мы от этого, как ты там этот город назвал? Зессен. Вот, мы поедем направо вниз от него. Вот, все, как раз. Прям перед заправкой будем выезжать. Вы прям на меня выйдете. Шетцен. Мы идем за Yukon Union, он там один грузовичок. Евротранс идет, потом за ним мы идем. Вы как раз на меня сейчас и выскочите. Потому что тебе там много, там РТР, там Транс Империал, там всяких, там много их, ITS, тех по много. Вот я чувствую, надо было заправиться. А ты успел бы? Я хрен его знает. На ходу, как знаешь, как у этих фильмов. А что, у тебя сколько осталось? 407 километров у меня осталось. Мне еще на полторушку хватит. Ну вот у нас заправка только останавливается, и догонять потом больше никак. Я вас хрен догоню, причем я маршрут не знаю. Не, ну все равно, если конвой большой, ты догонишь. Если быстро подзаправиться, не думаю, что он весь проедет. На ходу, понял, на ходу глуши двигатель и тормози. Чтобы лишнее время не терять. Я понял. Сейчас я заправку найду. А вот она, понял, она будет... Этот, как тебе объяснить? Вот вы проедете, вы сейчас по 11 трассе едете, правильно? Мы по проселке еще едем пока. А, по проселке. Сейчас будем выезжать от этого города вниз. А вниз направо? Не на заправку, а вот направо. Да. Сейчас направо, да, я как раз там и стою. У тебя там, значит, уже должны быть, этот поток уже идет, наверное, да? Ну, я стою, вот, вы не там, где вы с проселка на трассу выезжаете, да? А, нет, налево пошли. Вот, блин. Налево пошли. Да. Через Шетцен, что ли, тут? Получается. Тебе вот как раз, у тебя, Валера, шансы, как раз через заправку. Валера, да. Ты что было такое? СМС-ка? Да. Уматывай СМС-ка. Хорошая такая СМС-ка, позитивная. Ладно, сейчас поедем какими-то обходными путями на этот, с этим. Не удается мне вас поймать. У тебя там гараж есть? Нет. Плохо. Очень плохо. Знаю. Блин, еще потом сейчас прям по трассе. Сколько примерно километров осталось? Так вот, знать бы. А кто это, русский вообще или нет? Или пиндосик какой-то делал? Почему? Так скажем, русскоязычный. Да, русскоязычный все составлял. Так попросите, типа, ребят, на... Нет, ты! Я перевернулся. Блядь, очень вовремя ты заправляться начал. Идиот, блядь. Выгнаю женщину. А что надо было так? Занудить. Не, надо эту стабилизацию отключать. Геймплей, да. Так вот ее. Через сам город поехал.
Я уже понял, там больше дороги нету. Блин, я это смс радует. Ладно, мы сделаем тогда друг. Скажите мне, пожалуйста, вы когда вот сейчас вот город проедете, там у вас будет первый поворот направо, тоже по узенькой, по этой, по проселочной дороге. Скажите, вы проехали его или поехали по прямой? Сейчас скажу. До кольца доедем. Угу. Судя по поворотикам, спереди направо уходят. Сразу после сцепления? Этого... А, нет, это, блядь, на аварийке стоит. Я имею в виду по проселке. Блин, я забыл уже, как этот город называется. Ёлки забыл. Так, мне сейчас куда? Прямо езжает через город поедет. Поздно. Окей. Вот он, поздно. Да, перейти. Должен знать. Пока, Ваня. Давай. Направо уходим. Сразу же после города по проселочной. На, да? На кольце ушли направо. Нет, ты можешь помолчать? Повторяю, я это не услышал. Так. Где этот дзетин? Вот он. После гаража сейчас направо, да, ушли? До гаража, в сторону. Сейчас сворачиваю. На кольце направо сейчас уходим в сторону гаража. Ага, вижу. Понял. Там очень. Мне надо вот сюда, вот. Стали. Я тебя вижу. Лайф, кис-кис. Спокойно. Я буду нарушать все правила дорожного движения. Это где? Я? Я в Познане. Извиняюсь. Ничего. Без происшествия, кстати. Две 500. Ты на длинной базе, что ли? А? На длинной базе или на короткой? Да, я на длинной. Еще хорошо, я на длинной. Че стоят на светофоре, пропустили бы конвейер уже. Давай, едь быстрее, ты делишься тут. Грузу взял, лечу к вам навстречу. Так, стоп. Куда ты меня опять повел? Мне не туда надо. Так, мы уже гараж давно проехали? Только что проехали, направо уходим.
Так, направо, да, значит, надо дорогу вот сюда провести. Ну, ты второй появился справа, да? Сколько мне тонн за спиной, да? Что? 22 тонны, пустые палеты, ого. Разве они так могут весить? 22 тонны. Есть, выехал за город. Отлично. Все такие красивые. Один я что-то везу. Помоечное такое. Надо себе грузовик улучшить, это у меня как-то. Ну, прикольно смотрится. Ну куда? Что он делает? Что тебе так везет? Не задел меня. Ну, на тебе очень везет, на те дела все. Ну, второй уже сегодня. За последний час. Нормально, 110 в крутой поворот заходить, отлично. Всегда так делаю. Почему сюда, в Швейцарии? Так, едем прямо на Познан. Прямо на Познан? Да. Ну, то есть вы первый поворот направо пропустили, да? Да мы тут все пропускаем прямо. Вот сейчас направо поворачиваем. Вниз по проселочке, да? Да. Тоже Познан, только направо. На проселке. Надеюсь, он на меня едет, а то я уже поздно на упер. Далековато. У меня уже шея затекать начала. Валера, ты это все снимаешь? Интересно, сколько это добро в памяти выйдет. Игорь, дай пойду, Игорь. Ну как-то там час, где-то гигабайт 6, наверное, получилось. И сейчас вот 33 минуты пишу. Нормально, завтра закачаю и выложу. Хорошо, что я не на Мерседесе, а то бы я еще дольше бы разгонялся. На Волву пересел. Да, на Мерседесе я тут еще далеко бы отстал от вас вообще. Дядя, извини, я тебя подрежу, но мне поворачивать надо. Сорян, не хотел не поворачивать.
А, он тоже сюда поворачивает, ну ладно. А, вот Трансимпериал вижу. Трансимпериал, да, вот они вторые, по-моему, по счету едут. Вот они у меня уже прогрузились, понял? На попутку вставай. Ух ты, ёлки зеленые, как у меня бога с тобой. Тап, тормози, тормози. Врезался. Вот они появились. Запомни, даже... Юкон Юнион. За ними мы идем. На кого первого из вас увижу, затем и поеду. Тебе главное втиснуться. Потому что на скорости идем. А вы тут не разгонитесь, тут это, понял? Евреи стоят. Блин, они туда поехали, елки зеленые. Вот это я лох печально. Блин, надо разгоняться. Ой, что это? Я не понял. Короче, ясно. Пока разворачивался, привет ушел. Ты думал, через цыганскую дорогу поедем? Да. А вы ее объехали. А вот он и в Вроцлав. Вы как раз. Ладно, во Вроцлав поедем. Хоть там вас уже где-то встречу. Карьер. На карьер езжай. Карьер? Понял, на карьере. Мы собирались на карьере, это пиздец вообще, нахуй. 9 FPS, блядь. Вот он, нашел карьер. Все туда едет. Ебаная кляча. Я ж думал, вы через цыганскую и так развернулся красивенько, чтоб за вами стих. Да конечно, я не просёк, что там вторая дорога еще груз вообще в этот в Берн совсем в другой стороне. Я взял этот, который
первый попавшийся. Нет, который под окрас подходит. Прикольная такой, совтекательная. Написал всем, что под него она вот двое взяли под него, а это не увидел, он позже подсоединялся. Все, в итоге я один с ним уехал с этим. Юха без прицепа вообще просто головой едет. Я, кстати, хотел посмотреть на этот конвой. Специально к нему ехал, просто меня позвали кушать, а то бы я тогда и доехал до вас бы тогда еще. Я думал, дай посмотрю, что это такое будет грандиозное. Да, оказывается, надо ехать. Ну, я за полтора часа приехал уже туда. Ладно, по Вроцлаве вас уже встречу. А там уже где-то в городе Хлом. Втиснусь уже, хотя бы до карьера доеду с вами. Это вот так вот полхарты объехали, грубо говоря. Ну, сейчас прикольно, сейчас маршрут выставляешь, как тебе надо. Сейчас да. А дороги сирота опять втюхался, Саныч. Аж прицеп подпрыгнул. Блин, а дороги пустые, видимо, все у вас в хорое где-то ползут. Ну, у нас добрая сотня-то ползет на одних компаний, только человек 80 и видимо. Еще одиночки едут в самом конце. Там, видимо, может, Леха еще корефанчик где-то. Может, он где-то там потерялся. Он любитель в конвоях поучаствовал. Через сколько у вас там Рослов будет? А то я уже возле него. Честно? Я пока стою, полностью убрать эту стабилизацию. Вообще. Вообще переворачиваться на этой поворот. Чтобы вообще не переворачиваться. Да, она у меня стоит на половине, я перевернулся. Я, у меня груз на 16% приеду.
Анцилаев, как же ты не вовремя, так хорошо разогнался. Все, я во Вроцлаве. Блин, капец, до города еще фиг знает сколько, да, она мне уже показала, что я в городе как бы. Да нет, меня даже на GPS он уже видит. Нет, я имею в виду, я уже понял, к городу только подъехал, она мне уже написала, типа, вы в городе, и скинула мне 40 до 60. Блин, что не сделал, никогда поехал. А, да, мы с Валерой были во Вроцлаве. Это когда мы еще Женьку, вот помнишь, подбирали? В Берлине или где? Смотр.ру вижу. Сорян, братан, не хотел. Давай на желтый успел. Нет. А? Я не могу сейчас. Она... Или здесь, или во времянке. А, во времянке на холодильнике. Все, вы уже видите город в этом. Вы уже в город, я так понял, подъезжаете, да? Да. Я сейчас обрадую. Да. Вы что, не туда поехали? Вы дальше по прямой, вы на трассу не заезжали? Нет. Вы дальше по прямой поехали? Да. Стоп, как там можно поехать? Карьеру я понять не могу. Остановись ты. То есть вы на трассу вообще никак, да? Прикольно. Мы назад поехали. То есть назад. В город, из которого начинали. С чего ты взял? Ну так, положение. Наша это развлекаться. Короче, приехал я сразу туда. И не будут этого словить постоянно. Ты уже опозорился в трех местах. Это да. Я ж думал, что через трассу поедете, через широкую, а потом свернете на узенькую, как раз напрямую вы выйдете на карьеру. Мог здесь вас подцепить.
А я не угадал. Мы не ищем легких путей, как говорится. Да, зато мне надо их искать. Сейчас вообще, наверное, через Рим поедем. Офигеть. Все дороги ведут в Рим, да? Да. Я когда-нибудь до вас сегодня доберусь или нет? Не знаю. Температура еще бьет. Ну, остановка была одна. На отдых. Сейчас мы уже должны к конечной точке двигаться. Там, 10-минутная, по-моему, остановка была. 10 или 15 минут. Кто успел, тот покурил, да? Да. Романтик. Мы-то там в этот якорь как набились там. Селёдки в бочке. Короче, я в карьере уже. А, мы тут вообще через самую жопу поехали, да? Я буду вообще трещать себя, если вы через Рим еще поехали. Или куда? Вот тогда выпады в осадок. Ладно, так уж и быть, поеду к вам на встречу. Может, кого-то дай встречу. Вы сейчас под типа по серпантинчику спускаетесь? Да. Ох, все угадал. Сейчас я как раз у вас на перекрестке их поймаю. Надеюсь. О, Трансимпериал, вижу, тормози. Вот, Трансимпериал вижу. Да, вот они вот. Что-то вы растянулись как-то. У нас тут большая группа дойдет. Ну, Трансимпериал ушли вперед. Ой, в кого ты печатался? Я? Да. Сироку. Ему еще не везет. Кто там еще? Я 5 километров еду, да? Уйди. Он Трансимпериал пока что.
На перекрестке куда они сворачивают? Они налево вроде ушли. А, ну все правильно, сейчас в сторону карьера пошли. Правильно, сносим знаки. Мне тут еще и под колеса их кидали, потому что... Они оставили... Понимаешь. Не знаю, кто-то... Я не знаю. Илюха тебя пропустит. Илюха замыкающий сегодня будет. А кто это красные такие бодаются? Постоянно. Евротран. Они друг друга обогнать не могут. Вон Андрей это увидел. 500 метров от меня. О, все, поехали. Илюха тебя пропустит. Все, я набираю скорость, да. Ты на встречке стоишь, что ли? Я нет. Вот сейчас у тебя Юкон проезжает. Да приостановись, все равно скоро колонна медленно идет. Давай, Андрей, например. Валера, давай, тут столбик. Спасибо, Леха. Надо скорость переключить, давай набираем. Так, резкое снижение, тут не разгонялись. Остановились вообще. Почти. Сирота, вообще красавчик, аварийки, сразу предупреждаешь, что это аварийная остановка. Илюха там всех тормозит. Илюха что, подлагивает? Как хрен он знает. Аварийки включил, смотрю, опа, отстал так. Не мог я так лагануть, у меня пинг маленький. А вот он. В карьере сильно вниз не будем спускаться, так же, наверное, Валеры встанем, как где начинали. Да, можно встать на 5, ну справа где-то заехать, как припарковаться. Ой, как лагает-то, лагает. Что, пробочка? Сворачиваю на карьер. И что у нас там такое? Что мы едем? Я тебе говорю, сворачиваем. Пропускаю точку. Ты увидел, как мы выезжали из Мангейма, из карьера. На ручнике стояли. На горке. Люк, что стоишь? Поехали. Ой, 5 метров проехал там. Mm-hmm.
парень-то заебется пропускать, много народу приедет. А может он снимает, стоит? Да нет, фарами моргал, что пропускает. Ну, что стоит, снимает и пропускает. Почему бы и нет? Опять на горке стоит. Не вижу, сука, на горке стоит. Блин, а я еще нарушу на этой коробке, ребята, а? На пониженной еле. Ой, дай на четвертую скорость перевести, нормально взяли. Правда, чуть в люк вот катился. Это нормально. Трансимпериал уже стоит. Блин, я пока вот это вас не стоял, ждал на обочине, меня там уже машины три пытались пропустить. Бегают, проезжай, проезжай. Не, ребята, своим. А кто это так слева хорошо стоит? Ему хорошо. Он снимает. Я снимаю, да? Снимает пьяная кадра. Ай, Валера, пройди! Все, найс, все. Я остановился. Мне даже можно вас лежать, он сам покатится. Ну что, встали-то, едем. В чем заключается смысл этой стоянки? Паркуются. Вполне возможно, кстати. Ну что первые две, особенно Транс Империал, там все много. Они очень, их очень много, блин. Транс Империал очень много, блин. Какие музыки попали, да? Просто вообще левые. Какая колонна, блядь. Это люди, которые просто грузы забирают. Hello, иностранка. Ну так и написали. ITS оставшие. Да видишь, ребята, они уже подъедут. Ну вот их ждем, наверное. А вон, вон. Вот они, два оставших. Начал движение так чуть-чуть. Лера. Спокойно, нормально. Я себе представляю водителя в московской пробке. На трассу вперёд Бисмарк отстал. Потому что ещё можно проехать, сейчас стоим. Я его куда следует. Вот этот кит, он вообще должен в люмик за нами ехать, ёпта. Илюха, пролетай вперед меня, давай.
Трак фэнфл, я не объясняю. Валера, прости. Страховая заплатила. У меня топливо осталось 150 литров. 470 километров. Если бы мы поехали обратно, это будет вообще. Я угадаю. Вы холод, блядь, просто проебались. Шары долбишься, что видишь же, стоят его.
там завернуть. Что ты уворачиваешься? Из-за новых колес. Давайте мы вот тут припаркуемся где-то или нет? Или дальше идем? Дальше еще. Меня нормально, 18 FPS, как я могу сейчас. Ну тут лучше, чем на въезде оно. Да, намного лучше. Да, мы точно не будем оставить. Я здесь покурюсь. Ну давай, ты здесь сыграй. Ты что, они здесь поехали? Я здесь вот там. Добрый. А смысла нету так. Пиздец, сейчас все забьется. Весь воздух кончится. Я его стрелил, так если в реале. Если бы это было в реале, то меня бы даже только палец был в этом место. Ты бы не доехал. Давайте, может, мы где-то обойдем с правой стороны. Зачем? В наглую, давай влезем слева. Нет, не место есть. Хорошее.
секундочку отойду. Just
Давай, Люба, вставай. Вставай. Посередине встать, пожалуйста. Сейчас я попробую. Не-не-не, это не тебе. Я могу втиснуться туда. Все отлично. Сейчас я подойду, Андрю.
Ну, что тут есть кто-нибудь? А чё ждём? А, всё, разъезжаются. Сказали спасибо всем, кто участвовал. Всегда пожалуйста. Не, ну интересный конвой, да? Вот тут согласись, вот тут реально ништяк поездить. Ну да, да. Так вот, жалко, что... Ну ладно. Жалко, что мало. Мало? Не, почаще остановок, через каждые полчаса. По 5 минут перекур, или там каждый час. Ну только это прикинь, для такого количества машин надо специально парковки искать. Так, что, я выхожу. Давай. Пойду я. Так, сейчас я тут 4 скриншота сейчас.